Встречайте, мой сын. Москва, добрый вечер! Кайф. Так, давайте Пахану моему поаплодируем, да? Да? Был на Мальдивах. У вас как дела? Все хорошо, да? Слава Богу, слава Богу. Перед тем, как полететь на Мальдивы, пришло сообщение на Букинге. Да, помните, такой сайт был? В нашей молодости было дело. Пришло сообщение на Букинге, что в случае вашей смерти на Мальдивах, я такой, нихуя себе начало отпуска, в случае вашей смерти на Мальдивах, ваше тело будет похоронено на Мальдивах. Честно, так кайфанул с этого сообщения. Я представил, как мои родители такие, мы на Мальдивы летим, понимаете? Ну, и не могут улыбку сдержать, потому что Мальдивы, они пытаются, мы так страдаем, мы неделю на вилле, неделю на могиле, знаете, мы очень... сильно переживаем. Реально важно понять, какие у меня родители. Важно понять. Ну, прикиньте, если они вот так полгода в Москве сидят, им говорят, а что, вы на могилку не летаете? Они такие, да, не сезон, нахуй, надо тоже. Что-то там сейчас, пока дожди. Не знаю. Но, если честно, сильно мне нравится представлять свои поминки на Мальдивах. Это класс. Прикиньте, белоснежный песок, прозрачный океан, Хачевский стол, вот этот бесконечный, который не заканчивается. Он за остров вышел, блядь, знаете, все такие, это что, причал? Нет, хачи сидят, блядь, вот этот... И обязательно какой-то пидорас из моих родственников, который, дай бог, чтоб каждый год так собирались бы. Слава богу, в нашем доме тоже праздник. Да, слушайте, а есть русские люди в зале? Да, есть такие? Похлопайте. Да, круто, круто. Хотел с вами поговорить. Я знаю, у вас же есть блюдо, которое чисто на поминки, правильно? Да, да? Кутья. Да? Да. Давайте честно. Это вкусно. Да все говорят нет. Все говорят. Я часто спрашиваю на концертах. Не на улице подхожу. А как вам кутья? Не, я... Короче, часто спрашиваю. Всегда говорят нет. Я к чему спрашиваю? Я езид. Мои предки беженцы из Ближнего Востока. И у нас тоже есть блюдо, которое чисто на поминки. Оно называется равиоли. Не, ладно. Оно называется щиля. И это ебать как вкусно. Ну это еба. Это невероятно. Вы понимаете? Это ненормально. Это мое любимое блюдо, бля, это ненормально. Что я смотрю на бабушку и такой, ну... Это отвратительно. Но это того стоит. Бля, вы не представляете, как это круто. Так не должно быть. Реально, я считаю, на поминках должно быть невкусно. Кутья это что? Это рис и изюм? Это и есть скорбь. Ты приходишь на поминки, даже если тебе насрать на того, кто умер. Ты начинаешь это есть такой, ну и нахуй ты умер, это правильное настроение. Понимаете? А я на наши поминки прихожу такой, ой, бля, кто повар? Муа! 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 У вас больше никто не умирает, я здесь еще. Это так не должно быть. Я вообще считаю, на поминках правильнее всего было бы подавать то, что любил покойный, да? Но тоже не без проблем, мы понимаем. Когда вы идете, такие, этот крылышки в KFC хавал. Острые. Он от них и умер, блядь. Мы зачем вообще идем туда? Острые крылышки, понимаете, о чем я говорю? На этом чуть остановимся. Острые крылышки в KFC, которые вот так в руки берешь, и у тебя очко горит. Понимаете, вот эти? Как я просто смотрю на них? Как это вышло вообще? Я клянусь, они не просто так продаются в ведре. Я вам говорю. Если не успеешь добежать, у тебя с собой ведро. Потому что KFC заботится о вас. Да, недавно родственники на концерт приходили. Доебались до меня сильно. Просто жестко. Вот это. Такое ужасное началось. Ты когда вот это на сцене так говоришь, когда тебе не стыдно вообще? Ты вот это, почему ты вот такие вещи на сцене? Когда вот эта херня началась? Бабушка обиделась на что-то, вообще не понял на что. Сильно задолбали. Сильно. Ты, а вот ты не подумал. Они еще когда ругаются, они как на лежачем полицейском, понимаете? Такие, Гурам, ты почему такие вещи говоришь, блядь? Задолбали реально. Вот это. Гурам, а вот ты когда так выступаешь, ты не подумал? Люди, что скажут, Гурам? Ненавижу этот вопрос, ненавижу этот вопрос. Нас же всех на нем воспитали. Что люди скажут? У меня еще хуже ситуация. У меня родители оба работали на рынке, и папа, и мама. И все их окружение было тоже на рынке. И самый частый вопрос в моем детстве был,
а что на рынке скажут? Не на фондовом, блядь, вы понимаете? Ну, на центральном. Мой пахан не волк с Уолл-стрит, если что. Мой пахан просто волк. Ну, это разные вещи, мы с вами понимаем. Я... Что на рынке скажет? Прикиньте, бабка с термосом, блядь, решает. Вот эту, которая тетрадь с долгами. Вот она решает, кем я должен вырасти. Охереть. Я не знаю, еще при этом... Ну, вот они меня все воспитывают, все родственники, все что-то мне вот это... Вот это так нельзя. Но при этом, честно говорю, мои родственники не лучшие люди. Они в зале. Ну, не, я реально говорю. Я имею в виду... Вот вам пример. Мне недавно, не так давно, позвонил мой родной дядя с номера моей бабушки, которая умерла 3 года назад. Как я охуел! Я еду в машине, мне бабушка звонит. Я чуть к ней не уехал, бля, вы понимаете? Я это еще отцу говорю, он говорит, это хуйня, мне мать звонила. Это что за ужас? Вы не понимаете до конца. Ты не можешь не взять трубку. Вы понимаете? Я не знаю, какой мразью надо быть, что бабушка спустя 3 года как-то нашла возможность, заебалась телефоном вот так ходить, набрала. И ты такой, бабуль, за рулем, короче, перезвоню. Что ты за мразь вообще? Я еще думаю, дядя, а что с твоей жизнью вообще? Я думаю, о, 100 рублей на счету, мы звоним, блядь, что это такое? Ты же мог хотя бы предупредить меня, смс-ку напиши хотя бы. Потом думаю, смс-ка еще хуже. Прикиньте, если мне с этого номера сообщение пришло. Не пугайся, наберу, надо поговорить. Бабушка, ты скоро к нам, бля? Вот такое сообщение. Хуже только видеозвонок, я не представляю, что может хуже. И знаете, есть вещи, за которые тебе стыдно, но ты вообще в этом не виноват. Я вот, смотрите, вообще никакой вины, но мне чуть стыдно. Потому что первое, что я подумал, первая мысль, в первую секунду, как только я видел звонок бабушки, первая мысль такой, я же говорил, спит. Ужасно, ужасно, но... Ладно, смотрите, я вас вижу, если что, да? Я вижу людей, которые смеются. Также я вижу людей, которые такие, ну, про бабушку, конечно, перебор немножко, да, я понимаю. Оказывается, нужно объяснять, да? Объяснять, почему у меня такие шутки, я это понял. Иногда нужно объяснять, что, потому что вы дальше вообще можете охереть. Объясню. Это все семья. Я клянусь, я в этом вырос. У меня такая родня, и с этим ничего не сделать. Вот смотрите, просто пример. У меня есть дядя в Тбилиси, у которого своя контора ритуальных услуг. Да? Не виртуальных, ритуальных. Он такой, дядя вебкам учится. Нет. Ритуальные услуги. И вот я недавно, летом, я прилетел в Тбилиси. Он меня встретил на катафалке. И ему похуй. У него свой прикол. Мы идем к машине, он такой, вперед или назад сядешь? Понимаете? Ну, вы говорите, пандемия, он говорит, охуительный сезон. И он мне рассказывает истории, просто невероятные истории, ужасные истории. Они мне не нравятся. Но вам я расскажу одно. Смотрите, вот что он мне рассказывает. Он говорит, во-первых, надо поставить вас в курс дела. Он делает все под ключ. Да? Помыть, побрить, вот это все. Такая красота, ну, хоронить жалко, бля, реально такой, да оставь, заебал, около серванда положи, круто. Ну, короче, очень круто делает, профессионал. И вот что он мне рассказывает, он говорит, представляешь, Гурам, одного привезли, это вот сейчас умрет, это странно. Нет, он говорит, одного, короче, привели, так он сказал. Он говорит, представляешь, он такой грязный, бородатый, чуть на бомжа похож. Я его помыл, знаешь, как родного. Побрил, вот так все блестит у него, Гурамджа. И представляешь, Гурамчик, вечером его родственники мне отпиздили. Я говорю, почему? Он говорит, представляешь, это был поп. И вот такие истории, вы понимаете, что он из него Антонио Бандераса сделал вот такого, бля, блестящего. И вот эти люди потом мне говорят, а люди что скажут? Ты папа брил, блядь, тебе ничего не скажут. Бля, я ненавижу, когда меня воспитывают, меня все воспитывают. У вас есть такое, когда вы разговариваете со своими родителями, вы чуть-чуть, немножечко, очень сильно агрессивны нахуй. Есть такое? Я не знаю, как это работает. Я не знаю. Я разговариваю с мамой по видео, она говорит, постригись,
Я такой, никогда в жизни, блядь, я не буду стричься. У меня будет афро на голове, понятно? И думаю, почему? Я же на завтра записан. Просто скажи, хорошо, мам. И это весь диалог. И не надо мне указывать. Потому что задолбали указывать. У наших матерей вот это, постригись, это наша сансара. Они следят за волосами своих детей и волосами их детей, блядь. Ну, просто сколько можно, сколько можно. Я не знаю, я понимаю, почему я так с матерью разговариваю в целом, да? Во-первых, с детства, когда мать что-то просит, всегда лень. Есть такое, да, потом. Потом мать такая, а вот если бы друзья попросили бы, сразу бы сделал. Я такой, если честно, да. Потому что я хочу нравиться своим друзьям. Нахер нравится матери, я понятия не имею. Вот я ей не понравился, что она уйдет от меня, я не понимаю. Ну, я что, я Даня Милохин? Нет. Я не знаю. Не напрягайтесь. Смотрите. Все легко объясняется. Его матери на него похуй, мне тем более, да? Я его не рожал. Понимаю, почему с мамой так разговариваю по телефону, потому что звонки матери — триггер из детства. Мать не звонила в детстве поболтать со мной. Типа, как дела там? Все звонки были, домой! Вот эти звонки, вы же понимаете? Пахан нет. Пахан, если звонит, ты такой, что-то случилось. Что-то произошло. Это он неделю не звонил, звонит, ты берешь трубку, он такой, ты мать не видел, бля, вот такие звонки. Ты такой, нет, и он такой, а пульт? Важнейшие вещи в жизни. Самое святое, мать и пульт, понимаете? Ты такой, пульт у матери, нет, понимаете? И пацаны меня поймут, наверное, в зале. В детстве хочется дружить с отцом. Хочется быть ему кентом. Отец такой, эй, иди-то нахуй. И честно, вообще не осуждаю, вообще не осуждаю, потому что, ну, объективно, кому нужен 5-летний друг, блядь? Что это за компания? Вот мы с другом гуляем, вот. У нас из общих интересов только его мать, блядь. Вот так мы дружим. Один общий родственник у нас есть. Да, потом ты вырастаешь, тебе лет по 30, пахану лет 50. И он такой, что там? Как дела у тебя? Я такой, да ты проебал это время, нормально. Уже круто. Уже хорошо дела. Я когда хотел дружить, бля, с мамой вдвоем всегда куда-то шел. Все, что за детство у нас? Все детство куда-то с матерью пиздуешь. Что это такое? Все детство, мама идет, я рядом иду куда-то вот так. Встала, стоим. С какой-то женщиной разговаривает, блядь. Стоишь. На секунду отвернулся, съебалась куда-то. Такой, где? Я не знаю. Я четко помню момент, когда я первый раз пошел куда-то только с отцом. Четко помню, потому что я охерел, я напрягся. Я такой, мы что, на дело идем? Что за херня? Я с ним не двигался. Я думаю, если ты в детстве идешь куда-то только с отцом, это 100% план матери, чтобы ты вечером все ей рассказал. Знаете, когда вечером, как гондон сидит с этим мороженым, а мы вот там были, мама, вот. И туда тоже ходили. Он тоже с какой-то женщиной разговаривал. Не, на самом деле, я хороший сын, честно. Я считаю, я хороший сын. Помогаю родителям, помогаю финансово и так далее, потому что родители святые, конечно, столько дали, столько вложили. Надо помогать. Но! Я недавно сел, подумал. Просто вспомнил, как я в детстве жил. Я такой... Я такой, да бля, я за месяц отбил. Ну реально. Я сейчас жестко в минус ухожу, по-моему, не? Ну ладно, я не мразь какая-то, не надо меня смотреть. Нормально все. Я купил родителям квартиру в Москве. Нормально? Да? Не, хлопать не надо. Не надо хлопать, надо дослушать, как я это сделал. Вот, значит, я продал их хату в Тбилиси, да? Оформил ипотеку, они ее платят. Самое тяжелое взял на себя. Я оформил квартиру на себя. Потому что, давайте честно, ну, на них оформишь, в какой-то момент все равно переоформлять, да? И с сестрой делиться нахуй это надо, я не знаю, да, я...
Взял эту квартиру, да, в Москве. Там менеджер в этом ЖК. Да, дом только достроился. Менеджер армянин, естественно. Мы с ним же решились. Прикольный пацан. И он мне недавно, значит, скинул. Дом только достроили. Он скинул мне в WhatsApp видео из подъезда. Типа, очень красивый подъезд в этом доме. Он скинул мне подъезд. Я, не глядя это видео, сразу пересылаю родителям. Такой, сейчас кайфанут. И решил сам это видео досмотреть. Я клянусь, минуту идет видео. Он минуту ходит по подъезду, все круто, все вот так снял. В конце видео какие-то две двери. И он подходит к ним и такой, вот тут баб ебать Гурамджан, вот. И тут тоже баб ебать Гурамджан. Я это матери отправил, вы понимаете? Ну, мне нравится думать, что мать смотрела и такая, ну, походу, нам придется баб ебать, я не знаю. Ты все пункты читал в ипотеке? И отец такой, ну, если сын просит, что поделать? Ради сына. Да, я не знаю, я... В целом, меня устраивает моя жизнь на данный момент, типа, в финансовом плане и так далее, знаете? Ну, то есть, у меня есть личный водитель, да? Ни хера себе, личный водитель. Я мечтал о машине, я мечтал о Кадиллаке, я его купил. И я сижу сзади, там затонировано, меня не видно. Водитель сидит спереди, там не затонировано, его очень круто видно. Водитель у меня армянин, как вы его себе представили? Вот один в один он. Он сидит спереди, его очень круто видно. И он не одевается, как водитель, типа костюм. Он говорит, я это в рот ебал. Вот так он мне говорит, я не знаю, что это за человек вообще. И мы едем по городу, меня не видно сзади, затонировано, его видно. Мы едем по городу, я вижу какие-то девчонки на улице. Мы проезжаем, они смотрят на него и такие, типа... Нихера себе там армянин на Кадиллаке. Я такой, это мое, бля, это мое! Вы охерели, и Кадиллак, и армянин, это мое! Что это такое? Я клянусь, я на днях опускал окно и орал, что это моя машина. И знаете что? Этот пидорас мне окна заблокировал, блядь. Мне как в своей машине круто выглядеть, я не понимаю. На коленях у него ездить буду, я не знаю, какие еще варианты. Не знаю, я переехал в Россию, когда мне было 8 лет. Мы переехали из Тбилиси в Новосибирск. Из Грузии в Сибирь. Потому что у отца был план. Он такой, дети должны охуеть. Вот такой был план. И он сработал. Я клянусь, я жил в Новосибирске год, в третьем классе. Я ненавижу этот год в своей жизни. Меня одноклассники пиздили сосульками, вы понимаете? Они такие, хачи боятся морозов, блядь. Вот так я жил. Не московские сосульки вот эти гейские, которые я сосулькой растаяла. Нет, сибирские, которые восьмером несут. Ни одна шлюха не рассосет. Вот эти, блядь. Я клянусь, я даже не утрирую. Там была школа, где было два хача на всю школу. Я и моя сестра. Знаете, когда ты идешь по школе, и все прям оборачиваются на тебя, прям оглядываются. Так это нетолерантно, если честно. Такой это расизм. Они так оглядывались на меня, как будто я негр, бля. Это расизм. Так нельзя. Ладно, если в зале негр есть, извините, я... Извините, просто я вас не вижу. Простите. Все, это шутки. Расслабьтесь. Ужас какой. Ужасная была школа. Ужасная. Я клянусь, ко мне подходили одноклассники, там такие, Гурам! Щелебеле-беле-беле! А что я сейчас на твоем языке сказал? Ты сказал, я обожаю чужие члены. Как жаль, что я не могу отсосать все в мире. Ведь жизнь, она так коротка, Гурам. У нас очень лаконичный язык. Щелебеле – это где-то 4 абзаца в переводе выходит. Бля, это было ужасно. Это был 2001 год. 2001 – худший год в моей жизни. Мне тогда еще дядя в башню въебался, помните? Так. Это шутка. Мы должны разобраться с этим сразу. Это шутка. Меня задолбали люди, которые... Гурам, сколько можно шутить про терроризм? Давайте так, до тех пор, пока я в аэропорт с третьего раза попадаю... Мне можно. Гурам, так нельзя шутить. А рюкзак еще раз на ленту положите, пожалуйста.
недостаточно понятно было. Это шутка. Никакого дяди нету. Больше. Все. Закончили. Да, и мы переехали в Новосибирск. У меня отец уже полгода жил на тот момент в Новосибирске. Он позвонил нам, сказал, переезжайте. И это, кстати, все, что он сделал для переезда. Я клянусь, он набрал. Он такой, алло, вот все. Мы переехали в Россию на такси, если вам интересно. Мы такие, нам в Россию, вот так вот, бля. Мы сели в такси, приехали в Владикавказ. Там сели в плацкарт. И 4 дня ехали в Сибирь. 4 дня. Мне 8 лет, я 4 дня еду в плацкарте. Я такой, ну если я так страдаю, ну там, наверное, рай. Угу. И там уже на перроне эти щели-бели нахуй, давай, выходим. Я не знаю, я уверен, наверняка у каждого человека в этом зале, у каждого из вас есть какой-то кадр из детства, который остался в голове навсегда, по непонятным причинам, вы просто его четко помните. Я вам расскажу свой кадр. Смотрите, мне 8 лет, я еду, значит, в этом, блядь, плацкарте 4 дня, у меня до хера эмоций. Я еду в плацкарте 4 дня, я не видел отца полгода. Я в России впервые, до хера эмоций, я приезжаю, выхожу на перрон и вижу своего отца, и он в невероятно красивых очках. Просто, я их до сих пор помню, такие красивые. Ну, я такой, я смотрю на это, у меня первая мысль, пахан поднялся в России. И он очень круто снимает эти очки. И там фингал, блядь, на все лицо! И я такой, нам пизда! Нам пизда! Я не знал это слово! Я его выкрикнул отцу в лицо, вы понимаете, в 8 лет! Потому что в 8 лет отец для тебя самый сильный человек в мире. Я такой, ну если его здесь отпиздили, я вернусь в плацкарт, я там всех знаю, я там поживу, нормально будет. И отец такой, а, нормально. У меня отец так живет всю жизнь. Менты отпиздили, все. И ему нельзя что-то предъявить. Вот ты вот всю жизнь, я ему что-то пытаюсь сказать, вот это не так ты делаешь. И вот это, знаете, как он из людей вот этих, которые, там, где ты учился, знаете эту тему? Там, где ты учился, я там твой рот. И вот так он мне говорит. И как с ним разговаривать? Слушайте, а у вас матерились родители, честно? У вас материли в детстве при вас родители? Похлопайте, у кого было такое. Я клянусь, я не знаю, как это рассказывать со сцены, но я вам расскажу. Вы его уже сегодня видели, послушайте теперь про него. Мне 10 лет, я клянусь вам, чистая правда, мне 10 лет. Я прихожу домой со школы, отец смотрит НТВ. Знаете, когда существует только он и НТВ? И никого больше. Он смотрит НТВ, НТВ смотрит его. Вот так они живут. Они прям круто у них все. И я пришел, сел рядом в кресле и начал рассказывать ему. Сейчас понимаю, полное дерьмо рассказывать. Неинтересное. Что ты про одноклассника? А представляешь, я иду, одноклассник мне вот так говорит. А я говорю, одноклассник вот так. Одноклассник говорит вот так, а я вот так. И он 10 минут полностью меня игнорирует. Полный игнор 10 минут. Просто смотрит вот так. Одноклассник, 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 одноклассник. И я вам клянусь, спустя 10 минут полнейшего игнора он поворачивается ко мне. И говорит, слушай, я и твою мать ебал. И одноклассника твоего мать. Ты мне дашь НТВ досмотреть? Или как мы поступим? И этот же человек спустя несколько дней на мой день рождения моим одноклассникам говорит, если вы Гурамчика друзья, я вас люблю как детей родных, мои золотые. Дай Бог здоровья. Матерям привет передавайте, видимо, надо было добавить. Не знаю. И он до сих пор такой человек, понимаете? Ему так насрать на все. Я никогда этого не мог понять. Ну, то есть ему 52 года, из них 17 он жил без каких-либо документов вообще. Ну, у меня кентмент. Я в детстве думал, он так разговаривает. Кентмент. Тёлки-молки, вот это. Спулае-мулае, вот это все, знаете? Не, реально мент, прикиньте, реально мент. Ему после генерал-майора дали звание генерал-минерал, бля. Вот такой мужик был. Выдуманный друг пахана моего. Бля, гражданство, знаете, как тяжело было получить гражданство в России? Вы все родились здесь, да? Ну, кто родился прям с гражданством здесь, с кайфом? Как я вам завидую. Как я завидую вот этим спортсменам, которые просто... Я Марио Фернандес, бери паспорт, ты русский, вот так вот. И я все детство, бля, в паспортном столе провел. Все детство. У нас обед, бля, вот это все мое детство.
Мы с мамой в паспортном столе сидим и конфеты. И мама такая, вот конфеты, дайте паспорт. Вот мы конфеты, вы паспорт. Можно вот так вот? Мы конфеты, дайте вы паспорт. Один-единственный русский мужик нам помог, реально, с документами. Один-единственный русский мужик. Его фамилия Каркунов, блядь. Охуительный человек. Реально. Столько дверей открыл нам, блядь. Я охерел. Знаете, как обидно, блядь? У Депардье гражданство, вы понимаете? Обеликс, блядь, гражданин России. И я 6 лет в этом, блядь, паспортном столе провел. Я в детстве сильно осуждал, короче, отца за вот этот его пофигизм, вот этот, знаете, когда ему просто насрать вот на все. Я осуждал, а сейчас я так его понял. Мне 29 лет, я только сейчас все понял. Он в моем возрасте, прикиньте, переехал в Россию. Конечно, там надо либо похуй, либо ты вообще охереешь от своей жизни. Он в моем возрасте переехал в другую страну с 2 детьми, которые в школу ходят. Я боюсь котенка завести, он умрет сразу, вы понимаете? При том, что я мечтаю о котенке. Я мечтаю, вы же понимаете? Есть же такая тема, что домашние животные часто похожи на своих хозяев. Я мечтаю о таком котенке. Ну, прикиньте. Ты его гладишь, он такой мяу-гандон, вот такой вот. Я мечтаю. Но я боюсь завести. А у пахана в моем возрасте было 2 детей, которых одевать надо. Знаете, когда тебя ругают за то, что ты вырос из одежды своей? Типа, нахуй ты растешь, вот так тебя ругают. Вот на Хасбика посмотри, в 3 года купили, всю жизнь носит. Растет он. Охереть, конечно, я понимаю. Это дети огромная ответственность. У меня есть племянник. Это идеальный вариант ребенка. Племянник, бля, круто. Я его очень сильно люблю. И так же сильно похуй на него. Одинаково. Одинаково прям. Понимаете? Я по нему скучаю. Маленький, прикольный. 5 лет ему. Он всегда... он меня видит. Он скучает. Я скучаю. Он всегда... Дядя бежит ко мне. Я беру его на руки. И в этот момент он меня заебал. Вы понимаете? Ну, я очень его люблю, но кладу его обратно вот так, заебал, давай. Но с любовью, потому что племянник – это каршеринг в мире детей. Ну, типа, царапина. Такой, так, похуй. Ну, царапина. Сфоткал, матери его отправил. Так было, когда мы подошли. И сигаретами воняет. У вас прокуренный пиздюк, разберитесь, пожалуйста. Я не знаю, он у меня остается ночевать, ненавижу это время, ненавижу. Если он спит у меня, он спит со мной, в моей кровати. Вы просыпались рядом с ребенком когда-нибудь? Что это за ужас? Я, блядь, 8 утра еле-еле открываю глаза, этот здорово заебал, что ты спишь еще? А я давно проснулся. Он мне в 8 утра рассказывает, как у него день прошел. Ты ебнулся? Я только что глаза открыл. Я думаю, он кокаин нюхает, бля, я не знаю, это... Как еще это? Как можно с таким кайфом такую хуйню так долго рассказывать? А представляешь, а мы шли вот это, мы вот с мамой ходили гуляли, и вот торговый центр, и вот и пошли в магазин, игрушки там были, она мне купила игрушки. Она купила мне 2 машинки, вот там, знаешь, такая, там 2 машинки и 2 дорожки. Я такой, 2 дорожки, бля, я тебя поймал, вот ты испалился. Не знаю, дети огромная ответственность, я поэтому я его не воспитываю, знаете, у него же, ну, да, я его никогда не ругаю. До хера взрослых людей в жизни, которые ругают его. До хера, у нас у всех до хера взрослых, которые нас заебывают. Я не такой дядя. Я буду вот этот любимый дядя из Москвы. Вот такой я у него, понимаете? Ну реально, типа, я ему вот так, я говорю, а ну иди, родители нахуй пошли. Вот косарь тебе. Вот так. Я хороший дядя. Я так считаю. Да, но дети, это, конечно, страшновато чуть-чуть, конечно. Я не знаю. Я поэтому охереваю от новостей. Я не знаю, вы в курсе или нет. Чистая правда. 5 лет назад Джордж Клуни усыновил пацана моей национальности. Джордж Клуни усыновил езида, 18-летнего. Я такой, бля, ты какой ему кальян забил? Что он такой, называй меня папа! Мы летим в Голливуд. И это я охерел. Вы можете представить, как пацан охерел, который 18 лет жил в Ираке, и 5 лет он сын Джорджа Клуни. Я думаю, он все 5 лет просто вот так сидит, так просто... Эй, Клуни. И он такой, что? Да ну нахуй, блядь, это что? Но он моей национальности, поэтому я искренне верю и надеюсь, что у него шутки такие же тупые и отвратительные, как у меня. Я мечтаю об этом. Что он каждый раз такой, эй, Клуни. А ты жене делаешь, Клуни? Я мечтаю, что вот такой долбоёб там. Что Клуни каждый день думает, нахер я его забрал. Да, еще, помните, Анджелина Джоли когда-то усыновила очень много детей в Африке. Помните такое время? Да? Прошло много лет, да? Да. Получается, дети выросли, правильно?
Вы очень умный зал. Спасибо большое. Интерактив прошел прекрасно. Вот. Да, дети выросли. Я подумал, по-любому же среди них есть пацан, который сидит такой, типа, да она не родная мать. А вы не поняли? Объясняю. Смотрите. Я имею в виду, что с пацаном на хате всю жизнь живет Анджелина Джоли. В одной хате всю жизнь Анджелина Джоли. Он в детстве грустно думал, типа, бля, она не родная мать. Так, надо объяснить. Ладно, смотрите. Не. Нет, стойте. Вот что я хочу вам сказать. Вы сейчас реагируете примерно как мои родственники, понятно? И Гурам, а люди что скажут, Гурам? Он, по-твоему, свою мать имеет? Расслабьтесь. Это Анджелина Джоли, блядь. Даже если родная, похуй. Мы просто идем дальше. Понятно? Да, у нас на самом деле, я не знаю, вы, наверное, в курсе, что в восточных семьях на самом деле строго воспитывают детей. Строго воспитывают детей. Особенно девочек, да. До свадьбы нельзя и так далее. Честно скажу, я никогда не понимал, почему вот девочкам нельзя, а нам можно. Я такой, бля, а с кем? Да, я как бы не доёбываюсь, да, но мне на братьев нападать. Ну, объясните! Вы понимаете, как это происходит? Они такие, вам можно, вам нельзя, идите. И ослы такие, ёб твою мать, понимаешь? Так. Ужас. Не знаю, меня тоже пытались строго воспитать. Не сильно вышло. Все, что получилось, я просто вырос в загонах. В нахер мне не нужен загонов. Вообще они мне не нужны. Куча вопросов в голове, которые реально нахер не нужны. Просто портят мне жизнь. Вот это, а что люди скажут? Я говорю, что это хуйня. Что я думаю об этом каждый раз. Я выступаю каждый день в своей жизни. Прикиньте, каждый день, блядь, я выступаю. Каждый день смотрю в зал и думаю, интересно, а им смешно? Или я долбоеб тут стою просто? И я так живу, прикиньте, просто может, меня так воспитали. Но есть и важные вопросы, из-за которых я переживаю. Например, у моего народа нет своей страны. Все, что у нас есть, все, что осталось, это наши традиции. Надо их сохранять, потому что, ну, я думаю, воспитания много. У меня будут дети. Надо как-то по традициям попытаться тоже воспитать детей. Я живу в Москве. Мои дети будут расти в Москве. Я хуй отсюда уеду. И я имею в виду, как в Москве сына воспитать хоть немножко по традиции? Вот как? Мой сын точно будет делать куни, правильно? Ну, точно, бля, ну... Я вам обещаю, бля, не, я имею в виду, мы же понимаем, блядь. Он в Москве вырастет, блядь. И вы не понимаете, я последний в роду не лежу, вы понимаете? Я последний в роду. Такой, я не буду, нет, просто понюхаю. Этот в Москве родится? А что вы наши насыпители, вы знаете, для чего такие насыпухачи? Они отталкивают, чтобы ты никогда не мог сделать. В Москве, если остаешься, с каждым поколением носы уменьшаются. Вы знали? Реально, и в конце, как у Лёши Щербакова, вот такой. Это... Ассимиляция пройдена. Вот так это называется. Переживаю. Ладно, объективно понимаю, что я зря переживаю, потому что вряд ли, ну, до меня дойдет эта новость. Я не представляю, как надо лизать, чтобы у тебя отцу позвонили. Это что такое вообще? Алён, что творит? Спасибо за сына. Ну, это странно. Но я переживаю вот почему. Потому что я не знаю, что мне делать. Я же не могу его отучать. Я видел, как отучают от курения. Когда всю пачку выкурили. Ну, я не могу так с родным сыном. А теперь иди, всему подъезду делай. Буду смотреть. Ну, вы понимаете? Дыхни, вот эта херня, я не буду это делать. Пальцы нюхать, я не буду это делать. Научиться будет как-то за гаражами через ветки делать. Иди, проверяй. Пап, я не лизал там, пацаны лизали, на меня дышали. Бля, сына нет еще, уже ненавижу этого долбоеба, реально говорю. Да вы зря угораете, пацаны, я вам говорю, поколение проебано. У меня есть племянник, я видел, как он ест мороженое. До свидания, нахуй! Мы все просрали. Ой, пломбир. Ой. Тебе понравилось? И мне, и мороженое понравилось. Отстань. Да, поэтому я разработал свой способ.
решение данной проблемы, да? Мой личный метод имени Гурам Амряна. Не, ладно, смотрите, вот способ решения. Для того, чтобы решить проблему, да, нужно докопаться до ее сути, правильно? Нельзя решать проблему поверхностно, это очень глупо. Докопаться до сути. И суть снова не в том, что он что-то делает, а в осуждении. Вы же понимаете? Опять же, а Люди что скажет? Он что, лежит? Из такой достойной семьи и лежит. У него отец асфальт кладет, а он пизду лежит, понимаете? Вот она проблема, которую надо решать. И вот как я это сделаю. Надо сделать его лучшим в мире, нахуй, в этом. Смотрите, мы, я вам объясню, мы, вы знаете, да, вот такие вот люди, мы очень любим чемпионов. Я очень надеюсь, что в какой-то момент они его примут, понимаете, они такие, это наш, первое место в мире, бля, второе место, захлебнулся, умер, наш, у него за золотой дочь золотая медаль, наш чемпион. Ну, либо его ёбнут, я не знаю, тут два варианта. Я в целом, смотрите, пацаны, я не делаю, вас не осуждаю, ваша жизнь, если вы решили на эту ее потратить, это ваше дело. Но я не радикален в сексе. Вы знаете, есть типы, которые очень радикальны в сексе. Знаете, да, которые такие, только вот так можно нахуй. Вот, знаете, я не из этих, я адекватный. Я не из этих, которые, тебе не стыдно, ты что, петинг делаешь? Петинг? Ты эти пальцы потом как отцу в рот засунешь, бля. Я не... Не, адекватно, все нормально. Но я живу в Москве уже 6 лет. И у меня здесь много друзей. И меня периодически спрашивают, типа, а ты прям, правда, никогда, ни разу, прям, никогда не пробовал? Прям вот никогда, никогда? И прям вот и не будешь никогда, прям. Прям, ну, даже если очень вкусно. Ну, не знаю, типа, какие-то там. Даже если 30 лет женат. Такой, тем более, блядь, 30 лет женат, там смотреть не хочется, по-моему. Не, я правильно понимаю? Да, ну, смотрите, вы хороший зал, реально, вы очень приятный зал, поэтому я сегодня буду с вами искренне, откровенно до конца. Я вам расскажу все. Смотрите, конечно же, поза 69 у меня бывает. Да. Просто я ничего не делаю. Вот и все. Вот моя поза 69. Ага. Эй, бля. Эй, бля. Эй. Я тебя въебу. Это вся поза 69. Главное не встретить такую же девушку, которая тоже не делает, и мы просто вдвоем неудобно лежим, блядь. Это... Что за жизнь? Такие, может, по-другому поговорим? Ну, это странно. Да, не знаю. Не знаю, дочь как воспитать? Как лицемерно, да, только что с вагиной разговаривал. Братья, а дочь как воспитать? Хочу дочь назвать непонятным в России именем. Реально, типа, Канарик. Вот так ее назову. Просто так назвал я ее. Чтобы ей было тяжело знакомиться с парнями. Смотри, я Канарик, они такие, кипать. Я Фонарик, блядь, давай, я вот... Свечу, вот туда иди. Назову ее Альберт. Пока у меня такой план. Я называю дочь Альберт, и никто никогда в жизни на районе не понтуется. Типа, пацаны, я вчера Альберта выебал. Ну, понимаете, это... Такой план по сохранению чести семьи на данный момент. Да, у нас еще надо... Надо жениться на своих. Это я принял. Не сразу. Как и все хачи, которые есть в этом зале. Вы все меня понимаете. У нас у всех есть период, когда мы протестуем. Я такой, что, родители, я живу с русской. И чё, бля? Я все это прошел, конечно, мы все это проходим. Потом ты живешь с ней, и ты понимаешь, что вы не понимаете друг друга ментально, в каких-то мелочах. Никто не виноват, ни ты, ни она. Но вы не понимаете друг друга в каких-то мелочах. Типа, я гулять хочу. Ты что, охуел? Мелочи. Мелочи. Я гулять хочу. Я говорю, только с мамой. Она говорит, у меня нет мамы. Я говорю, раньше надо было думать, нахуй. Понимаете? Ладно, я утрирую. Хорошо, я утрирую. Но я могу на простом примере вам доказать, что мы разные. И это неплохо, но это факт. Если мы его примем, нам будет легче понимать друг друга. Реально, на простом примере. Похлопайте, русские люди, которые дружат с кавказцами в жизни. Похлопайте. Есть такие здесь? Да, вас всегда много. Всегда много. Прям дружите, в гости ходите, правильно? Вы кенты. Сейчас я вам расскажу, что мы говорим о вас. Когда только от вас вышли. Да? Мы были у вас в гостях и только вышли. Ну, во-первых, мы такие, нам бы такую хату хуй кто сдал. Это во-первых, да? Это даже не обсуждается. А во-вторых, вот что происходит. Ваши любимые друзья кавказцы, они идут,
Такие, ты видел? Какой позор. Как стыдно, ты не видишь? Мы к ним пришли в гости. Гости святое. Святое, ебьё мать. Гости святое. И ты видел? У него жена еду в доставке заказала. Потому что у нас по традициям, как бы ты ни был обеспечен, женщина в доме должна быть заебанная. Понимаете? Это вековые традиции, которые нельзя нарушать. Сидела, улыбалась, бля, понимаете? Вот это. У тебя гости, страдай, бля, вот так. Еще реально в отношениях менталитет невероятно важен. Невероятно важен. Например, опять же, никто в этом не виноват, но здесь у девушки есть друг. Он такой, это мой друг. Это друг мой. Иди нахуй. Как я... Это мой друг. Я с другом в ресторане посижу. И хочется, как отец сказать, знаете, я и твою мать, и друга мать, блядь, и ресторана мать. Вы понимаете? Я понимаю вашу реакцию. Я понимаю, вы такие, это тиран. Это тиран. Еще и не лижет. Долбоеб. Я понимаю. Но, девушки, я не знаю, как вам объяснить такую простую и очевиднейшую вещь, что каждый ваш друг хочет вас трахнуть. Каждый друг. Не верите? Давайте дружить, блядь. Я имею в виду, это настолько очевидно. Каждый раз в моей жизни это, вот каждый раз я это прохожу. Гурам, он меня просто поддерживает. Он просто меня всегда поддерживает. Пацаны, давайте честно, похлопайте. Умоляю, только честно. Кто хоть раз в жизни поддерживал девушку просто так, не имея никаких планов на нее. 4 пиздобола на весь зал. На весь зал. И я их не осуждаю. Они сейчас сидят с этими подругами. Они не могут по-другому. Они такие, я не собирался тебе трахать, понимаете? Девушки, все, что вы слышите от своих друзей, это лицемерие и полнейший пиздеж. Все. Искренняя, настоящая мужская поддержка, вы никогда ее не слышали. Она между строк. Я вам ее расскажу, она отвратительна. Вам не понравится точно. Простите сразу. Но она ужасна. Вот искренняя мужская поддержка. Бабушка у тебя умерла, да? Не переживай. Давай я тебе в рот дам. Это искренне отвратительно. Но это правда. Каждый раз это рассказываю. Каждый раз в каждом городе, блядь, такое непонимание в глазах девушек в зале. Каждый раз, типа, чё ты, блядь, несёшь? Хотя каждый из вас сидит здесь сейчас и знает имя друга, блядь, про которого я говорю. Вы знаете, про кого я. Если у вас в жизни всё будет херово, вы в 35 лет за него замуж выйдете. Вот этот, блядь. А, Стёпа есть, ёб твою мать, это он. И мужики ваши знают, про кого я. Это вы сейчас парочками охуенно сидите. Как я люблю это напряжение в зале в этот момент. Я мечтаю с каждой парой в этом зале в вашей машине сегодня домой ехать. Просто ехать и слушать вот это. А этот Леша когда тебе писал последний раз, вот этот друг твой, блядь? Бля, в таких отношениях еще, знаете, наступает какой-то момент, наступает момент, когда девушка такая, Гурам, нам нужен компромисс. Компромисс, если что, это когда херово обоим. Вот что такое компромисс. Он такой, мы можем посидеть в ресторане втроем, я, ты и друг. И ты сидишь в этом ресторане, как ебаный кукол, сидишь, смотришь, думаешь, за что ему втащить? А он шелковый, вы понимаете? Он говорит, пидор, соль подай. Гурам Нукзарович, конечно, вы понимаете? Вот это. Пацаны, мне кажется, вы не до конца поняли, про что я говорю, да, что это за друг. Мне надо вам объяснить, что это за друг. Это друг, который ждет, пока вы поругаетесь. И в этом цель его жизни. Вы поругались, она звонит ему. Он приезжает на машине, она спускается в машину. Потому что это друг, не такой козел, как ты меня поддерживаешь, блядь. Спускается к нему в машину, и этот гондон никогда не ведет себя как друг. Он не говорит, типа, да помири, заебал, нет. Он сидит такой, я не хочу сказать, что Гурам не прав. Но и видеть тебя в таком состоянии невыносимо. Но ты же тоже не железная, да? Ну вот сколько ты уже без куни? Вот этот друг, понимаете?
и ныряет под руль. Вот этот пидорас. Я не верю. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Девушки, честно, извините меня, я не верю в дружбу женскую тоже в целом. Простите меня. Мое субъективное мнение. Не навязываю. Но я не верю в женскую дружбу. Вы прикольные подруги в соцсетях. Вы там невероятные подруги. В комментариях вы, бля, вообще невероятные. Моя королева, сердечко любого цвета, блядь, на. Но в жизни вы ненавидите друг друга. Я видел, как моя девушка листала ленту, увидела фотографию своей подруги и сказала: ну и хуйня, лайк. Понимаете это? Женская дружба. Про вашу дружбу ни одного фильма прикольного. У нас есть бригада, нихера себе. 11 друзей Оушена есть. Кстати, я сейчас пишу фильм, если что, если вам интересно. Пишу сценарий фильма про женскую дружбу. Я украл название, ничего страшного. 11 подруг Оушена будет называться. Я знаю, что это похоже есть, плевать. 11 подруг Оушена. Про женскую дружбу. Я расскажу вам сценарий. Он тоже про ограбление, да? Значит, там в начале фильма одна из подруг на маникюре весь план распиздела. Конец фильма. Ой, бля. Нахуй я кофе вынес, надо выпить сразу. Холодный, блядь. Ладно. Короче, я... Уже мы, на самом деле, мы подошли к концу. Я в целом, я очень ревнивый. Реально, я очень ревнивый. Какая-то шлюха очень давно придумала, что ревнивый значит не уверен в себе. Вы все это повторяете. Я не уверен в тебе, блядь. Я в себе, ебать, как уверен. Я точно изменяю. Я говорил об этом. Сейчас, смотрите, мы подошли к концу. Тут не будет никакой шутки. Будет отвратительно, будет не смешно. Обещаю, ноль шуток. Просто два факта из жизни. Два факта из жизни. Извините меня. Пацаны, для вас два факта, которые объясняют, почему я ревнивый. Первый факт. Я знаю пацана, который вообще не ревнивый. Второй факт. Я знаю пацана, который его жену ебет. Поэтому на этом нельзя заканчивать концерт, как мы понимаем. Что-то доброе. Слушайте, у вас тоже есть тети, которые пишут вам невероятные комментарии в соцсетях? Вот эти, знаете, вот эти. Мой племянник. Вот ладонями отпиздили тебя, которые, знаете? Мои тети увидели смайлик, огонь, они такие, мы сожжем его аккаунт, бля, вот так они решили. Я к чему спрашиваю? У меня не так давно у меня были съемки, где у меня был грим, типа я старый, у меня седая борода, седые волосы, я такой, пока я в этом гриме, сниму прикол, выложу к себе в ленту. Я снял видеообращение из будущего, где я такой, Гурам, я это ты через 50 лет, все отлично, бабки есть, концерты есть, все шикарно. Дальше прикол. Мне очень смешно, плевать. Я говорю, но ты меня прости, в 68 ты начнешь лизать, заканчивается видео. Мне очень смешно, но оказалось, что мои тети не досматривают мои видео до конца. Потому что, я клянусь, абсолютно каждая тетя написала комментарий: дай бог, чтоб все сбылось. Мой родной, каждое слово. Москва, спасибо вам огромное. Вы прекрасный зал. Сколько визитов? Это что вообще? Он со всеми дружит вообще, он никому не отказал. Скиньте, пацаны, 10 минут снял. Эй, разогрев. Я тебе буду стоять.